для пожилых людей члены участковых избирательных комиссий, конечно, дадут консультации и подскажут, как работает этот прибор. Естественно, не будут подсказывать, как голосовать, но с тем, чтобы снять вот это напряжение, которое может возникать просто от неожиданности. Если вдруг будут какие-то сбои, а вы правы, что никто не гарантирован, техника есть техника, то правилами предусмотрено. И тут никаких импровизаций, вот это я хотел бы подчеркнуть, что процедура расписана и в законе, и в подробной инструкции Центра избиркома, которая является нормативным и обязательным для нас документом. Там, в частности, предусмотрено, что если сбой в работе КАИБа будет продолжительным, то участковая избирательная комиссия обязана выставить резервный ящик для голосования обычного типа. И голосование идет в обычный ящик для голосования. Если до окончания голосования работа КАИБа будет восстановлена, то голосование продолжается с использованием КАИБа. И затем все бюллетени, которые опущены в обычный ящик, комиссия пропустит через КАИБ.